А откуда берутся цвета триады в SolidWorks? Ну, все вы видели триаду в левом нижнем углу X, Y, Z, три оси. И они раскрашены в три цвета. X, Y и Z. Ну, объясняется это просто. X, Y, Z, они соответствуют цветам RGB, Red, Green, Blue. Три цвета, которые отображают наши, ну, обычные экраны RGB. Такой стандарт.